Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вместе со мной играет Лёха. Какого канала? Чухачу Турач. Да, и сегодня мы играем в CSGO, но в этот раз мы играем в онлайн-режиме и играем с реальными игроками, с другими. С реальными игроками, и тут жесткая война на Дасте. Тут очень много игроков, и бой на смерть. И да, и мы сильно отстаем сейчас. На, да, блин, я не успеваю ни в кого стрелять. На, блин. Короче, мы постараемся сегодня. Надо постараться набить очки побольше. И прям да, затащить. Да. Блин. А у меня что-то подлагивает, мне кажется. Алёха проигрывает. О, мне скар выпал. Да блин, ну с АВП я бы не успел от него никак. Ладно, берем P90. P90 оказалось очень полезным оружием во время моих испытаний. Вот мне бы сейчас шприц не помешал. Давай, грузись, враг. Грузись. Блин, откуда он вылез? Что-то западло. Я вроде убиваю, А, они что-то вроде не убивают. А ты АВП еще не покупал, кстати? Купал. И что, не получается, что ли? Получается, но что-то они какие-то сегодня быстро. Во, я купил P90 и выношу тут всех подряд уже. Ну, сейчас уже не получилось. У Лёхи, когда появляется АВП, у него сразу же... Ну блин, я сейчас сдох, потому что этот заспаунился прям там, где я тоже заспаунился. Ненавижу, когда так происходит. Да, согласен. Да ё-моё, у меня что-то лагает. А, ну у меня компьютер, да, лагает. После вот недавнего происшествия, так сказать. У нас некоторые игроки просто стоят на месте, уже больше трех я насчитал. Да, я что-то таких не находил. Но поэтому я... Хотя я нашел. А, наши? Я думал, ты про террористов говоришь. Ой, блин. С ножом зарезал, причем, блин. Фух, а мы очень сильно-то отстаем на 30 очков. Прям, о, это пипец. Нам тут, мы хрен выиграем уже. Ну потому что все, блин. Ладно, в следующий раз ты такого не будет. Блин. Вот P90 очень классное оружие, у него скорострельность очень-очень большая. Но у него быстро из-за этого заканчиваются патроны. Кость вылезает. Я даже ничего не успеваю делать. О, мне P90 прям выпал сразу. Мне даже его не пришлось выбирать в меню. На, нафиг. Так, ну мы тут уже не выиграем никак. Им осталось набрать всего 4 очка. Да, я на втором месте в команде. А я на четвертом. Потому что я с P90 выношу всех подряд. Так, ладно, мы проиграли в этот раз. Надеюсь, в следующий раз будет получше. И еще это. Ну, мы проиграли-то еще, кстати, из-за того, что... некоторые игроки тупо стоят. Ты покинул игру? А, ай, блин, я случайно. Я по привычке что-то. Зачем? Я по привычке это сделал. Ну и чё, мне теперь тоже покинул? Не-не-не-не, я присоединюсь к тебе назад. Только вот сейчас опять эта долгая загрузка будет, конечно. Которая вообще ничего хорошего не дает. Ну, хотя сейчас не сильно она была долгая. У тебя и 40 секунд. Успею. Хотя что-то сейчас загрузка подвисла.
Ну давай, грузись, 40 секунд, он сказал, уже 30, наверное. Успею, 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 успею. Господи, что за говёное оружие? Дробовик, блин. А, разминка еще идет пока. Ну ладно, разминка это ерунда. Что-то враг не меньше, чем. Ой, у меня что-то вообще подвисло все. А, все, все нормально. Зачем мне этот пистолет? Отлично, я в моем любимом месте появился. В смысле время закупки? Как это время закупки вышло уже? Ух ты! А этот что-то на месте стоял. Тут не только наши стоят на месте, тут еще и террористы стоят на месте некоторые. Ну, у меня все террористы шевелятся. А этот еще и без них. Да, а вот эта бушка, кстати, тоже очень классная. Мы с Лехой против друг друга играли. И я предположил, что у кого эта бушка, тот и бог. Потому что... Это хитрость была, конечно. Чтобы я на одного ждал возможности убить, и меня сзади другой убивает. Ха-ха. Не промахнулся. Ах ты тварь так. О, я убил чувака с АВП. Отлично. Я убил чувака без ника. А, это ты? Привет. Точно. Здорово. Ну там же есть. Я купил эту пушку, короче. И выношу из нее тоже всех. О, привет. Ах ты, как так? Блин, это с другой стороны меня. Есть, я его убил. Правда, я опять слетел в яйца. Зачем, сам не знаю. Валёк пока у нас на первом месте. О, чё, серьезно, что ли? Это так классно. Кола уже стрелял, ну что такое-то? Эй, а я тоже в голову его застрелил. Почему мне его не засчитали? Или я проглядел? А, я проглядел, блин. В голову еще и, блин. Так, берем эту пушку. Она очень помогла, помогает мне держаться. А, я уже не на первом месте. Ё-моё. Ой, у меня подлагивает. Да он с собой... Че, я не могу. Я пока иду к своему месту. Где с АВП хорошо стреляю, меня убивают. Такая тут жесть в игре творится. Я просто не успеваю. И нас... Да ё-моё, ну как? Меньше. Как можно было меня убить с этих двух слабеньких пистолетиков? Это же такое говно. Ой-ой-ой, у меня подвисло. Меня бесит, что они сзади подбегают. Так, я на втором месте. А хотелось бы на первое. Перезарядка, ё-моё. Это не будет иметь смысла, если мы проиграем на каком-то месте. Да. Ты откуда? Вот этот Слава заколебал меня уже. Он уже который раз меня убивает. Беру P90. А откуда их столько вылезло? Я уже на первом, я уже на третьем месте. А, это ты меня выгнал оттуда. Я на первое так-то иду. Эх. А ведь был один... А ведь мы играли в таком режиме, я был как-то на первом месте. Ну вот очень вот вовремя он подошел, когда я перезаряжался. Чего? Меня союзник атаковал сейчас. А, или он меня... А, или он этого атаковал, который меня убил.
А, я уж думал, он предатель. Ой-ой-ой. Вот они очень внезапно появляются, блин. И это бесит меня очень сильно. Чё-то мы вообще проигрываем, слушай. Да твою мать, да как он это делает-то? Откуда он появился? Парни. Где эта пушка-то, я забыл. А, вот она. Да откуда они появляются? Он читер, что ли? Как он тут заспавнится, если он там был? Перезарядка, перезарядка. О, меня спасли. Меня спасли только что. Он сыгрался, блин. Блин, только что был на первом месте. Этот мистер Дига заколебал. Надо во все стороны смотреть. Ну, ну все, я уж на первом месте не буду. А я на третьем. До сих пор. Что у него дофига убийств стало. На, нафиг. 27 убийств. Что он кто такой? Блин, перезарядка помешала его убить. Дебилизм, нафиг, миллионный просто. О, убил, кажется. Или это не я убил? Как? Я прямо в них стреляю. Прикинь, я в него стреляю, а он не умирает. Три пули в него я выстрелил. Ну так я когда в тебя тоже стрелял, такое иногда бывало. Ну ё-моё, нам одного очка не хватило. Из АВП, прикинь, из АВП я в нем три раза попал, и он не умер. Глюки, значит, опять какие-то. Это ничего вообще. Да, вот как-то странно. Вот он у нас 99, у них 100. Это очень как-то вот необычно. Это очень необычно. Так. Дерьмонтин. Так, наверное, сейчас немного поиграем. Вот я со спецназом вместе с Лёхой, а потом как-нибудь переключусь на террористов и буду против Лёхи. Посмотрим, получится ли так выиграть. Просто надо же в выпуске террористом побыть. Так что я сделаю это. Так, ну пока я беру спецназа. О, эта штука тоже хорошая. В смысле? Да ёб мою ночь. Перезарядка все портит. Ай. А, это была разминка. Ну, разминка это фигня. Ты хочешь играть против Лёхи, что ли? Ну, надо же террористом, блин, побыть. Так, беру P90. О, привет, Валюк. Да, здорово, ой. Я тебе помогу, не волнуйся. Бабам. Тут кто-то заспавнился, смотри. О, отлично. Блин, почему меня шприц не до сих пор не дали? Мне так мало хп уже осталось. Да меня сейчас просто... Да меня завалит сейчас. Наверняка. На. Как, на каком я месте, блин? Блин, ну этот СВП заколебал уже сразу меня. Блин, вот эта пушка, которая мне сейчас выпала. 5. Она самая дорогая пушка в игре. Я на денег своих вообще нифига не оправдаю. Кто? А, у него тоже по 90 был. Чё я хотел брать? Я не понимаю. Это бред какой-то. Это просто бред. Чё, ты опять не умирал? Да. Дима,
Валюк, спасибо, ты меня спас. Да? А у меня... А, это я убил его, действительно. Я тебя второй раз уже причем спас. Во второй раз. Да ё-моё, опять перезарядка. Шла. Ой, я как-то на первом месте оказался. Не знаю, как ты оказался на первом месте, а вот я на одном из самых последних. Блин, вот этот самый тоже надоел. Блин, меня тоже достал, кстати, он. Фок, да? Да, фок. Но меня еще этот САК 47 задолбал. Тоже постоянно убивает. Загружайся. Да я тебя убью. Ты вообще знал, что я сзади него или нет? А, это ты? Я думал, тут враг. Дурак он сидит. Ой-ой. Есть, я его убил. Атаковал его, пока он перезаряжается. Ну, а муни все равно больше. Блин, да что такое, а? Опять этот фок вылез. Достали вы, уроды. Достали вы, уроды. Как же вы меня достали? Постоянно убиваете меня. Да блин, этот фок. А я его только что замочил. Ну то есть я и еще кто-то. Блин, и он меня сразу же убил. Я его убил, потом он убил меня. Отомстил. Как скотина. Блин, ушел. На нафиг. Блин, там еще кто-то сидит. Это не враги. Ой. Валюк, давай, я бегу, прикрывай. Да скотина. Откуда? Там кто-то был? А, вот кто это был. О, да. Опа, тут кто-то есть. Ну, грустный. А почему он не... А, в смысле показывает, что он здесь? А? Чего? Откуда? Откуда? Ой, через стенку такое чувство, что убил меня Соноко какой-то. Блин, вот эта пушка самая дорогая, но денег своих вообще не стоит. Ладно, давайте попробуем. Блин, Соноко висит. Откуда он взялся? Капец. Блин, я зачем-то взял эту штуку. Блин, я вообще не попал из нее ни в кого. А вы... Ё-моё, опять они победили. Нет. Сколько записываем уже? Так, 19 минут. Так, ладно. Давайте еще один раз я на спецназ, потом я на террористов пойду. Может, сначала на террористов, а потом на спецназ? Но ты на спецназе всегда будешь же. Ну, не знаю, да давай иди сейчас за террористов, потом на спецназ будешь. Ладно, хорошо. Я тебя хоть поубиваю.
Наверное. А что если я хочу помочь вам победить их? Ну, ты как ты это сделаешь? А, нет, не, никак. Если я буду атаковать союзников, мне штраф дадут. Ладно, убивай, как хочешь. Я чуть союзников не атаковал. Я что-то просто привык. Блин. А, это бот вообще был. Это вообще бот был, блин. Почему у вас опять больше? Да блин. Блин, я еще и по привычке атакую союзников. Теперь. Почему у вас опять больше? А я не знаю. Ой-ой. Эй, перезарядка все портит. Так, вот я могу подумать, что мой враг это союзник, и из-за этого подохнуть. Такое возможно запросто. Ой, извини, Вальф. Интересно, сколько же я тебе нанес? Мне 33 осталось. Ну, значит, не так уж и мало нанес. На, нафиг. Блин, откуда этот взялся? Письменный этот сынок. Ой, Валёк, извини. Ты сказал извини раньше, чем меня убил. Ну да. Это как-то немного странно. Ах ты тварь. Ладно. Ой. Чё-то вас тут много. Я тебя видел. Он не стал убивать. Блин. Да, ё-моё. Нет, АВП я не беру, потому что АВП мне нифига не поможет. АВП я пользоваться не очень-то умею. Тут кто-то сидит, по-моему. А. Там. А чё он в стену стреляет? Да ё-моё, я косой вообще. Слышишь? Ты же это слышишь, да? Да. А мы выигрываем, как только ты ушел от нас. Так это я специально делаю. Вы на мне фармите очки. Ага. Я попадаюсь, вы убиваете меня. Ладно, М4 надо взять. Что-то не надоело. О, как я так выдел... Как я так отделался. Фармите очки на мне. А сам почти на первом месте. Да ё-моё. Ну как они на первом месте меня постоянно убивают? Я, конечно, пытаюсь убивать вас, но все же. То, что я перешел на террористов, это увеличило шансы вам на победу. Опа. Да, да, чувак, давай с АВП стой. Лёхе противостой. Ой, откуда... Ой, извини. Ух ты. Молодец. Возьми с полки огурец. Блин. Ну и ладно. Не, негиф это какая-то хрень. Ой-ой-ой.
Капец, у меня аватарка у нее страшная немного. Не знаю, зачем я это делаю, но думаю, это может вас убивать. Так, давай, давай. Сейчас я пушку эту возьму и... О, блин. Ну и ладно. Видишь, какой... Видишь, что произошло, когда я на террориста пошел? Да, я даже не на первом месте. Ну, все равно первоклассный стрелок. Это была тактика, чтобы вы выиграли. Чтобы спецназ выиграл. Да не обманывай. Да не, я не обманываю, это правда. Ты не мог своим одним присутствием 50 очков уж. Но меня убивали очень часто. Так, ладно, давайте еще один раунд и, наверное, закончим на этом. Ты за спецназ? Да, 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 теперь я пойду на спецназа. Мне остался спецназ. Давай грузись быстрее. Давно уже загрузилось. У меня еще грузится. Давай, давай, давай. А мы в футбол играем с террористом. Да, поздравляю. А, стоп, да ты? А, нет, это не ты. Нет, не, меня не стреляй, я за вас теперь. Как в старые добрые времена. Не, я в футбол играю с врагом. С врагом или нет? Да, да. Эх, жалко, я не увидел, как вы это делаете. Блин, я забыл пушку купить. А я вот не забыл. Я уже двоих замочил. И я на первом месте сразу же. Поскольку я... Ой-ой, перезарядка. Блин, ну ты в самой жопе мира заспавнился. Да. Привет из жопы мира. О, Валёк. Да, приветствую, не буду вам мешать, блин, нафиг. На. Тут чувак с Негивом. Блин. Я так надеялся, что смогу его убить. Блин, эта пушка, это шедевр просто. Это шедевр всего. Я только спавнюсь, меня убивают. Да блин, вот с АВП меня все время убивают. Вот я в пятой точке мира тоже заспавнился сейчас. Но все же одного смог... О, еще один игрок без ника. Ой, опять этот же убил меня. А, нет. В прошлый раз меня не он убил. Но просто этот меня уже убивал сегодня. О, нифига себе, мне 5 раз в голову попали и ничего. Прикинь, да. Я бессмертный. Был. Этот чувак убивал меня. Как он... Почему он стоял на месте и ничего не делал? Дал мне шанс выстрелить себе в голову. На. Мне в голову попадает, а я не умираю. Да блин, меня убивают с двух сторон. Перезарядка. Блин. С разных сторон убивают. И это очень меня бесит. О, я скатился. Я даже никого не могу убить. А, ты убил того, который в яме сидел?
Да блин, вот я косой, а. Косожопый. Я тип. Нет, косорукий все-таки. Косострельный. Потому что надо следовать логике. Ух ты, как больно стреляют в тебя. Ой, я на первом месте, кстати. Я очень неплохо... Ну, с АВП, конечно же. Только мы все равно что-то проигрываем опять. И это напрягает меня. Ва, у меня 19 хп осталось. Я только спавню с двух сторон меня убьет. Все, это последний раунд меня бесит. Ну, это да, последний раунд в этом выпуске, я перед этим еще сказал. Да блин, с двух сторон, а. Кто? Читер. Без ника читер. Он убивает. Пока. Блин, перезарядка. Ай. Без ника читер. Он убил меня, даже не повернувшись ко мне. Да, это похоже на то. О, а ну иди сюда, чудик из террористов. Я только что его видел. А, это тот, который убивал меня постоянно. Из-за ВП. Офигеть, машина вся в крови. Опа. На нафиг, подыхай, чудило. С АВП, который меня достал по-черному. Я на втором месте уже, какого фига? Ой, кто это сказал? Опять мы проиграли. Опять мы проиграли. Вот читер на первом месте. Да. Ладно, всем пока. Ладно, на сегодня все. Когда я слышал террористам, они выиграли, и это была моя тактика. Дать Лёхе победить хотя бы. Ладно. С вас лайк, подписывайтесь на нас, обычные видосы, подписывайтесь на канал Чё Хочу, Это Врачу, на канал Максимадзе, на стримский мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока. Пока, да.